Минуточку. Hello, my dear. Мы сегодня на вечерний мейкап. Верно? Alright, my dear. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Дело в том, что я приехала из Джерси, из Америки. Я там 5 лет обучалась Amazing Makeup у самого популяр мастера в мире. Но за 5 лет я очень многому научилась, и сейчас я докажу это в деле. Alright. Вечерний мейкап. Хорошо. Знаешь, я привезла из Америки люкс. Вот. И мы обязательно посмотрим, подойдет ли это тебе. Ну, это так. Бонус. Так. Посмотрим. Но для начала мы вытрем твой грязный фейс. Дорогая, это не странные звуки. Дело в том, что, понимаешь, в Америке это все уже популярно, но я привезла в Россию современные тренды. И я делаю special ASMR makeup. Ты знаешь, что такое ASMR? Ох, oh, dear. Ты ничего не знаешь, но я не удивлена. Дело в том, что в России ходят все такие угрюмые, грустные. Согласна? Окей. Вот, и помимо процедуры мейкап, я также добавляю процедуру ASMR. Процедура релакса, расслабления. Понимаешь? Ты выйдешь отсюда легкой, подтянутой, с хорошим настроением. И понимаешь, все, кто посмотрит на тебя, не смогут отвести взгляд. Поэтому эта техника специально для расслабления и для тебя. Да. Сейчас сделаем небольшой массаж, чтобы привести мышцы твоего лица в тонус. Тонус. Alright. You know about массаж лица? Окей. Знаешь, у меня еще особенная техника, которую я подцепила у professional makeup artist. Это работа только руками, только пальчиками. Я уже сказала, что до России тренды доходят не сразу. Поэтому я приехала 2 дня назад. И я буду вливать эти тренды в вашу жизнь. Поэтому на сегодня ASMR makeup пальчиками и ручками. Ох, не беспокойся. Я, конечно же, все дезинфицирую. Это жидкий антисептик, не переживай. Жжется? Ничего страшного, мы убьем все микробы.
все укропы мы убьем, микробы и прочую дрянь уберем. Жир с твоего лица, всю грязь, накопившуюся в складках морщины, и все будет perfect, my dear, you know? Perfect, perfect. Oh, yes. Yes. Nice. Nice. Я чувствую, сегодня у нас макияж будет особенным. Так. Да, начнем. Со снов. Я добавлю тебе медовый праймер for your face. Так, как и говорила, я работаю only руками, поэтому relax, relax, my dear. Тебе не нравится этот звук? Хорошо, попробуй другой. Топи-т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 опи
Я прямо довольна. Amazing. Так, я хотела показать мой люкс. Я привезла из Америки восхитительные палетки. Есть черная, есть нюдовая, а есть и цветная. Но для твоих запросов это не подойдет. Это слишком на что-то дорогом. Да, этот люкс не для тебя. У меня есть кое-что получше. У меня есть опять же однушки фирмы NUX. У меня есть два оттенка, потому что когда я думала о тебе, мы, конечно, не были знакомы, но я уже представляла, что тебе подойдет. Знаешь, иногда мне кажется, что у меня есть экстрасенсорные способности. You know? Может быть, тебе что-нибудь понравится? Ты хочешь быть дерзкой киской или невинным ангелочком, my dear? Давай посмотрим. Я думаю, что вот этот дерзкий тебе больше подойдет, моя киска. Поэтому, как я говорил, мы работаем пальчиками. Не стесняйся, не забывай, что мы делаем ASMR makeup. Perfect, my dear, it's perfect. Beautiful face. Хочешь растушевать? Alright. Yes. Так гораздо лучше. Окей. Раз у нас вечерний пати, yes, вечерний мейкап, мы добавим дерзкую черную подводку. Окей, закрой глаза. Нам нужна дерзкая линия. Дерзкая линия. Ты знаешь, кому нужны идеальные ровные стрелки? Понимаешь, вся соль, так скажем, это по-русски, да? В какой-то необычной геометрии. Необычная геометрия добавляет шарма. А так, так как ты у нас дерзкая пуси, Китти, yes. У нас получается супер перфект мейкап. Перфект, идеальные глаза. Они такие вытянутые, такие дерзкие. Как бы, знаешь, все будут смотреть издалека, как бы с таким, что это на тебе? Потом подойдут поближе с таким лицом, типа, baby, it's perfect, you know? Так, маскара, маскара, yeah. О, тушь, это тушь. Слушай, я забыла все свои perfect looks. Приблуды in America. Вот. Но не переживай. Когда ты придешь в следующий раз, у меня будет целый набор. Поэтому в этот раз у нас будет маскара браун, коричневая. А? Perfect, my dear, perfect. О, не переживай, можешь моргать сколько хочешь.
Понимаешь, я использую только современные методы. Если что-то отпечатается, останется, так оно и нужно. Понимаешь, у нас современное общество, современные художественные взгляды. You know? И если отпечатается, значит, так и нужно. Это добавит артистизма, а также дерзкости в твой look. Образ, you know? Alright, alright. О, я забыла пудру. Как же так? Пудра. Нам же нужно все это закрепить. Да, я тут работаю столько подушечкой, не пальцами, да. Но оно не грязно, оно так и было. Alright, perfect. Well, well. Нам нужна помада for your perfect lips. Знаешь, я отойду, подберу perfect помада для тебя. Не скучай. Well, я принесла perfect color, perfect цвет для тебя. Не переживай. Я знаю, and you know, что этот цвет тебе будет perfect, perfect. Да, размажем. Perfect, my dear, perfect. Так сделай. Рыбка. Идеально. Что ж, здесь убрать. И здесь. Окей. И оно мы. Это очень хорошо. Так, напоследок. Освежающий энергетический массаж, не касаясь твоего фейс, you know? Это обязательно, baby. Тебе нужно закрепить, понимаешь, почувствовать энергию агрессивной, дерзкой Кинти, вот, киски, да, и быть на высоте. Это не цыганский шабаш, не переживай. Осанка, грудь, попка, подбородочек вперед. Yes, yes, you know. Okay, last. О, теперь ты пахнешь гораздо лучше. Духи собственного производства. Okay. Well, ну, оплату, пожалуйста, перевод по карте или наличные. Замечательно. Как и договаривались, baby, 5000. Ну,
понимаешь, я мастер from America, и я знаю толк в себе и в своих умениях. Также, учитывая, что у нас была косметика люкс, да, не такой perfect люкс, но все же люкс. Благодарю. Ну все, иди покоряй сердце. Yes, perfect. Well, bye-bye. Жду тебя еще обязательно. В следующий раз косметики будет гораздо больше. И мы можем с тобой поэкспериментировать. Oh, тебе понравился ASMR makeup? Perfect. You know, baby. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Дура, черт.